27-летняя Оксана Воеводина показала забавное видео с 7-месячным сыном Леоном. Молодая мама рассказала, что дети метисы развиваются быстрее обычных малышей. После расставания с экс-королем Малайзии Оксана сама занимается воспитанием сына. Мисс Москва, 2015 часто рассказывает поклонникам, как растет и развивается ее ребенок. В этот раз брюнетка показала, как мальчик играет с футбольным мячом. 7-месячный Леон с интересом рассматривал новую игрушку и хохотал, когда мама бросала мяч на пол. Дети метисы потрясающие, они такие умные и развиваются быстрее обычных детей. В генах у Леона много разных кровей, русская, от меня, малайзийская, от отца тайская, от бабушки, китайская, от прабабушки, украинская, от моих бабушки и дедушки, и даже польская, от моих прабабушки и прадедушки, пояснила Воеводина в Инстаграм. Оксана сказала, что решила с пеленок приучать сына к спорту, чтобы у него не было проблем с весом. Леон может пойти в отца и начать набирать лишний вес. Я решила, что приобщу его к спорту как можно раньше. Мы попробуем разные варианты – футбол, плавание и теннис. А дальше увидим, что у него будет получаться лучше всего, в том направлении и будем развиваться, рассказала о своих планах бывшая жена Мухаммеда V. Молодая мама также приучает Леона к воде, чтобы он не боялся купаться в бассейне. Воеводина показала видео сына в ванне. Экс-король Малайзии отказался признать ребенка. Мужчина обвинил бывшую возлюбленную в расчетливости и желании нажиться на нем. Недавно Оксана пожаловалась на здоровье Леона. По ее словам, у мальчика начались проблемы со сном. Ранее брюнетка показала, как малыш испортил снимки своего отца.